Все на прививку. Профилактическая кампания в самом разгаре. К сегодняшнему дню вакцину от гриппа поставили свыше 1500 ангарчан. Медики призывают не затягивать с визитом в поликлинику и обезопасить себя от возможного заболевания. Тем более, что прививка дает защиту сразу от трех видов инфекций. По данным ВОЗ, на территории Российской Федерации будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Два из них, они широко не циркулировали. Поэтому иммунитета у населения Российской Федерации, в том числе и жителей Иркутской области, его нет. Поэтому те вакцины, которые на сегодняшний день имеются в распоряжении Министерства здравоохранения, они как раз выработаны с учетом вот этих двух штаммов. За время кампании планируется привить свыше 100 тысяч человек. Сейчас во все медицинские учреждения поступило порядка 24 тысяч доз противогриппозных вакцин. Профилактику проводят как в детских учреждениях, так и на предприятиях.